уселся и начал просто рассказывать, как он использовал матбокс, показывать всякие примеры и так далее, чем он бывает полезен и так далее. Или какой-то другой там мастер-класс, на котором я был, чувак рассказывал, как сделать в Maya все саб-менюшки типа по этим, по кликам мышки. То есть, ну так, знаешь, типа, ну, да. Ничего такого там супер страшно сложного не было особо. Да, ну, как знать, как знать. Ну что, на этом по русскоязычным ресурсам все или еще что-то осталось?